Happy Life Village, 4 звезды. Первая береговая линия. Дахаб. Hello. Thank you. Reception. О, прикольно. Смотрите, вас будут встречать закуски вот такие. Симпатично. Территория. Так, тут можно курить, я так понимаю, в лобби, потому что он много пепельниц стоит. Есть вот такая и, в принципе, так, есть шоп. Есть вот еще шоп маленький. Так. Ага. Цветы живые. Большая территория, красивая, зеленая. Вон горки, про которые не говорили. Территория большая. Бассейн, который в зимнее время не подогревается. Здесь горы, все отлично. Стандарт рум. Угу, подготовились. Угу. И выход сразу на бассейн. В этом отеле большой плюс, и из-за того, что есть горы вот эти вот, закрывает от ветра, не ветрено, супер. Ветерок маленький есть, но это не то, что там было. Здесь отлично. Угу. Куда си... У нас уже Family Room. Итак, немножко о номерах. В номерах нет чайного набора. Только есть 2 стаканчика и бутылированная вода, которая пополняется каждый день. Больше вы ни чая, ни кофе, ни чайника не получите. У Family номеров есть несколько видов. Есть типа Garden View, есть вид на гору, есть вид на стройку, как вы сейчас видите. Ванная комната очень просторная, как для Family Room. Это большой плюс. Есть фен, косметики нет, вода горячая есть, большая ванная. Очень красиво. Реально вот эти горы перегораживают, и
Нету ветра. Супер. У этого отеля большой плюс, что по правую сторону там можно покататься на дельфинах, покурить кальян, покушать вкусненькую еду там, кафешки. И также, что немаловажно, там заказывайте квадроциклы и катайтесь по пустыне. Делается. Они про это говорили, что будут делать вот эту дорогу, чтобы она была красивая. Но сейчас она пока еще не сделана. Вот. На данный момент мы направляемся на пляж. А вот квадроциклы, про которые я вам говорил. Они расположены практически по всей территории пляжа. А если вы пойдете в правую сторону дальше, то вы можете заказать индивидуальную экскурсию. Она будет стоить $25. Это чтобы без присмотра вы спокойно погоняли по пустыне. Либо же групповая будет стоить $15. По опыту скажу, что групповая не очень удобна. Как по мне. Прикольно, когда ты погоняешь. Большой пляж, но нету ни одной пальмы, я не вижу. Хотя было бы неплохо, если бы она была. Так, чтобы хотя бы там пофоткаться на фоне этих гор. Это, да? Тоже прикольно было бы. Так. Бара тоже не вижу, он аж там. Вон, бар. Да, да, то бар. Понтон небольшой, маленький. Ага, тут видите, перегорожено, тут нельзя купаться, видите? То есть вход только с понтона. Как-то так. Поблизости дискотек нет, развлечений нет, магазинов нет. То есть магазином вы можете пользоваться только тем, который находится в самом отеле. Этот отель я советую для релаксового отдыха, для семей с детьми, не для тусовки вообще. Теперь предлагаю вам прослушать информацию об отеле от Gastrolash. Познакомьтесь с нашим главным менеджером. Здесь раздел маркетинг. Мистер Хуса. Мистер Хуса. Так. Обращайте внимание, в отеле 354 номера. Категория вот номеров будет здесь стандартами и фамилии. 4 ресторана. 2 главных ресторана. Один на завтрак, на обед, на ужин, второй на обед. 2 ресторана а ла карта. Один вот там на пляже, где доставляют вот там закуски. Работает с 11 до 13, потом с 17 до 19. 2 бара есть и работают с 10 утра до 11. 2 бара. С 10 до 11. 3 бассейна есть. 2 для взрослых, 1 дети. Не подогревается. Не подогревается. Ага. Не подогревается, да. Мини-клуб есть?
анимация вот есть, хард, русскоговорящая. Wi-Fi бесплатно здесь, в клубе, только здесь. Спа есть, но за деньги. Плюс еще есть автобус, возит вот в город два раза в день. Бесплатно. Три горки есть, два для взрослых, а один для детей. Да. Не подогревается тоже. Надо поскорее. Если бассейны не подогреваются, то и больше. 18.30 и 21.00. Туда и обратно. В номерах есть мини-бар, одна бутылка в воде за человека, сейф есть, площадь вот, номеров, стандартный 35 вот метров, фамилии 45 вот метров, максимальное размещение стандартный номеров 2 плюс 2, фамилии 3 плюс 2. Два. Пляж вот у них Карарабы. Да. Вот то же самое, там камень и тарай. Входа нет. Камни и мы сейчас пойдем, посмотрим два номера. Стандартный и камень. Да, да. Бантон есть 20 метров. Все. Вот с понтона только. 20 метров до понтона. Вот только с понтона. А там реально идут камни, потом кораллы. Если кто-то хочет посмотреть, вот так можно посмотреть, вот здесь так и будет, вот так смотрит. Да. Сфотографировать, потом вот здесь. Чисто быстро. Нет, вот туда. И туда и приходит вот такой камень.